Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами мумию. Проходить на песне. Так, я не помню, что делать. То есть, не то, что не помню, не знаю, что делать. Сейчас на меня это Анксунамунка будет нападать. Тут надо что-то бегать. В общем, мы в прошлой серии тут на менюшке остановились. Так я и сейчас и будем, короче, щемать, смотреть, что надо сделать. Гоу! Что надо сделать? Надо нажимать надо нажимать вот эти вот бегать. Просто это. Она за мной летает. Что? Что, что, куда? Я правильно все делаю? Вот, 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 жизни! Идем назад. Тихо. Блин, они все нажаты. Надо все нажать, как это Пэкмен. Что такое? Уйди, блядь! В смысле, не понял. А как она? А я живой, нет? Не понял. Чё про... Я умер, короче, да? Так, а подожди, а где она? Я что-то ее не вижу. А, вон она. Да нахуя тебе пулемет? То есть пистолет. Возьми меч. Вот. А где она? Я ее не вижу. Я ее не вижу. Где она? А вот она летит, сучка. Ага, она невидимая, блядь. Оп, 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 оп. Надо все нажать, да? Хорошо, знаем, знаем, знаем. Делаем. Где еще? Сука, вот тут. Быстрей, быстрей. Хорош. Сюда. Блядь, она быстрая, сучка. Есть! Ха-ха-ха! С первого раза, ой, со второго, в смысле. Ну ничего страшного. И куда тебя засосала, сучка? Будешь знать, падла, как меня пугать. И побежал такой. Осталось вещи, стоят. Чего? Анксунамун, гробница! Затащили мы Анксунамунку. Палата. И чё? А и что дальше? Как бы открыли мы, пошли туда и вообще и не вышли. Хотели выбраться, так получили пиздюлей. Ну, ничего страшного. Чего ты пригорюнил? Случилось? Где Иви? Понятия не имею. Еще хуже. Да, могло. То есть сейчас будет. А смотри, лица так прикольно сделаны, если что. Четко. Кто? А, это этот. Если ты мне все расскажешь, то ты спасешь себе жизнь. Где женщина? Ее забрали. Наверное, существо. Осталось немного времени. Скоро меня принесут в жертву. Пойдем же, спасем ее. Подожди, мой друг. Нам сначала надо узнать, что за той дверью, чтобы найти выход. Ладно, ты иди туда, я пойду другим путем. Подожди, возьми это. Пулемет! Ха-ха! Сука, пулемет мне дал, прикинь. Удачи. Ну, пулемет, наверное, мне пригодится. Хотя у меня пистолета куча патронов, дробовик куча патронов. Это еще и пулемет сверху. Ты кто такой? Или ты уже почти восстановился? Чё это? Что это за монетка? Так, стоп, тихо, там кто-то есть. Ой, а, ребята, привет, давно не виделись. Ой, а вы немножко подкачались или что? Да нихуя вы не подкачались, как были мудаками, так и остались. Ладно, смотри, тут 217, тут-то 239, тут чего, 200, оп, 400, ага, это к пулемету, я понял. Так, где мой меч? Меч вообще, тут нахер эти автоматы? Я же говорю, возможно, они дальше пригодятся, но в принципе, пока что херня, херню. Смотри, раз, два, и все, он дохл. Я так с пулемета буду его полдня валить. А-ля-ля-ля-ля-ля-ляй. Так. Блять, ты чё такой резкий? Сука. Сука. Получи, падла. Оп. 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 Вот такие. Вообще, смотри, какие мудаки, блять. Взяли двухручное оружие и не могут его, блять, поднять, мудаки. Опять мудаки. Все мудаки, да мудаки, мудаки, да мудаки. Ну а что, я виноват, что ли? Что они мудаки? Открылось тут и там. Так, а куда мне? Туда или туда? Ты тут тоже закрылась, да? Хорошо. А куда мне? Сюда или туда? Подожди, оно же закроется. Или это похеру? А, это похеру, ладно. Чё ты тут стоишь? Хедшотики тебе раздам. Кто там еще, блядь, на меня? А ну-ка и сюда. Какие же вы не... Воу-воу-воу-воу-воу! Сука, так-то нельзя. А, ты видал, как крученым завернул и тому, блядь. И тому прилетело, и этому. Да три удара мечом нормально, а с пулемета буду полдня валить, да? Давай попробуем.
Где там пулемет? А ну иди сюда, слышь, чувак. Мне надо к тебе проверить. Блин, пуль сколько улетает. Херня, хернёй, херня, хернёй. Но он жизни, в принципе, у них показывается. Да патронов до хера уходит. Вы мне специально столько противников даете, чтобы я на пулемет проверил, а? Серьезно? А чё такое? В чем проблема? Не, ну пулемет нормально, ну там за жизнями просто этими смотреть. А, назад я могу вернуться, смотри. Тут какой-то шнырь-хмырь выпрыгнул, так сохраниться надо. А, тут ничего, да? Да я пулемет! Ой, куда ты стреляешь? А, у меня пулемет! Все. 400 патронов. Да, я не буду тратить пулемет. Я же говорю, может он мне еще на каких-то главарей пригодится. Вот привет. На. 2, 3. Все. И все. И 10 тысяч патронов я сэкономил. Что ты делаешь? Ты останавливаешь эту механизмку. А, ты эту механизмку останавливаешь. Хорошо. Ты на время ее останавливаешь или навсегда? Объясни мне. Мне щемать быстро или медленно? А! Так. И сюда. Оба! 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 Ты с фехтовальщиком это связался, чувак. Так, давайте сейчас я, подождите, на первый слот перейду, а то у меня на втором слоте неудобно. Немножко потом клацать. Так, хорошо, идем, пока все нормально. 6 минут, идем по плану. Что такое? Зады. Ай, вы такие, блядь, тут заскучали, я вижу прям. Типа, ой, промазал, и, такие заскучали, типа, противников нет. Тебя что-то, ой, я так и думал, что с него выпадет эта херня, если честно. А если не честно, то я думал, что она выпадет с него тоже. Ой, так, кто тут? А, хорошо, поджог, делаем поджог. Поджог, раз, еще две надо. Тут больше нигде нету, да? Нет, а, это не то. Так, сейчас опять меня плюет. Говно. Так, а что мне делать? Оно же меня убьет опять. Заткни, короче, факелом дырку. Слышь? Давай сохранюсь. Ну смотри, я сейчас нажимаю. И что? Хорошо. Ты дурак, блядь. Я хотел ударить. Ладно, давай попробуем выстрелить. Ты умеешь вот так стрелять? Да! Ты ёбнутый! Хорош на кнопку соваться. Ты дурак, блядь, вообще, Рик. Ну-ка. Так, хорошо, подожди, не понял, что делать. Где-то надо что-то отключить. Ты нажимаешься? Нет, подожди, возьми этот. А то я так патроны все потрачу. Ты не нажимаешься, хорошо. А чё, как мне отключить механизм? То, что меня убивает. Ага. Так бы и сказали. То тут надо картинку собрать. А что-то она не сходится. Вот так, что ли? Ага. И вот это. Правильно? А, вроде правильно. Ха-ха. Окей. Я невнимательный, извиняюсь. Чё? Ой, блядь. Два щитовика. Да какие-то новые, смотри. Серые уже. Так. Никчемные такие же, как и красные. А в чем прикол их, что цвет отличается? Чем они отличаются? Так, если что, буду щемать через назад. Кто? Ах ты, блядина. Сучина, сучина, сучина. Не надо два раза бить. Я вообще-то вот так вот бегаю. Так, тихо. Оп. Оп. Так, один минус. Второй сейчас будет тоже минус. Хорошо, так, а, блин. Нельзя, чтобы они меня зажимали. Они прям такие жесткие. Ну, и когда зажимают, в смысле. Что там опять? Да ты падлай, что ли? Ой, блядь, зажали, 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 суки, зажали. Нельзя с двух сторон заходить, падлы. Заходите с одной. Да ага, конечно, ты попал мне по башке, действительно. Где-то так примерно оно и было, блядь. А ну и сюда. Тварь. Ты заеб. Стоп. Стопе, стопе, стопе.
Я же могу жизнь так заработать иногда. 7 из 8. Да смысла нету жизни тратить. Так, это правильно. Это эти две неправильно. Это раз. И вот это два. Ой, не-не, она правильно была. А, не, неправильно. Вот это теперь правильно. Хорошо, там куча народу. Но они со щитами, смысла нету с огнестрельного оружия, правильно? Правильно. Они будут бить. Они будут бить это. Они же будут щитами закрываться, и все, и пипец. Как-то надо просто... Так, сейчас тут двое выйдут. Вот это я успел. Вот смотри, он со щитом стоит. Давай сейчас проверим. Вот смотри, берем пекали. Вот ты. Бум. Нет, смотри, забирает. Хоть он со щитом, хоть и не со щитом, да? Окей. Хорошо. Тогда вызываем следующих. Следующие. На, иди за мной. Давай за мной, ребятки, за мной. Так. Вы где? Я тут вообще-то. А ну-ка, стой. Кто следующий там? Где там? Ха, видал в прыжке как? Выдал. Ковбой. I am fucking a cowboy. И ты куда бежишь? А ему похер, он по щиту стреляет, вроде урон наносит. Ладно, но пистолет можно тратить, я так понимаю, он не, это самый, не самый модный тут оружка. Это такой. Чисто... Чисто на, для начинающих. Чисто для меня. Бам. Нету. Так, это к дробовику. А что там внизу? Там что-то есть. Так, там есть это и подсвечка. В смысле... Да, бляха, так неудобно переключать. Только надо не сдохнуть тут. Вот тут есть водичка плохая. Уху! Е-е-е, жизнь. 13-я жизнь, бляха, плохо. Оп. Хорош. Так, дальше. Кнопку вижу. Вылез там? А на ту сторону надо сбегать. Так, ты такое что-то непонятное подожжешь? Молодец. Что там, ничего нет? А, патрончики есть. К пистолету, да? А тут нету. Как так? Хорошо. Выпрыгнули. Ты тут выпрыгнешь, да? Нормально, молодец. А мне надо где-то ромбик найти. Хорошо. Ну, там кнопка есть. Пошли кнопку нажмем. Так, где мой меч? Да, огнестрелка, походу, я вижу, сейчас будем часто ей пользоваться. Ладно. Ага. Я так и думал, сука. Что ты падла. Так и думал, что ты падла. Падла. Этого с одного ушатал, прикинь. А где тут еще один вроде был? Вот тут. Или ты там застрял? Все? Ха. И чё это? И чё это? И чё я сюда зашел? А где мой ромбик? Или тут еще чуваки будут? Эй! Ага! Я так и... Ну это, блядь, только что было прикольно, да? То есть он меня ударил... А я его нет, потому что он еще, видите ли, после кувырка, блядь, еще не стал физической хуйней. Блядь, я застрял. Он после прыжка еще не стал физической хуйней, поэтому я не мог его ударить. А меня он бьет, конечно, четко, потому что я всегда физическая хуйня. Оп. Нажимай. Хорошо, отсюда. Опять этот отсюда выскочил. Ну, тут видно текстурки, откуда они будут выскакивать. Хорошо, идем сюда. Меня закрыли, значит, я назад вернуться не смогу. Патроны к пулемету. Будем с пулемета валить этого, как его? Тутанхамона, или как там его, блядь? Стой. Отсюда нельзя. Аменхотеп, и как там его, блядь? Чё за звук? Там кто-то варит борщ. Тут кухня, 100%. Блядь! Ты конь, что ли? Тебя как дам, блядь. Дурак. Не выскакивай так. Так, хорошо. Откуда он выпрыгнул-то? Ой, что-то мне туда не хочется вообще. Совсем. Отвечаю. Блять, что опять такое? Да вы заколебли.
Мудине. Я тебя замахну сейчас. Так, подожди, меня вот эта зеленая жижа смущает. Мне ее вообще трогать можно? Она меня смущает прям. Привет. Кто еще? Тебя нажать? Нет, тебя не нажимать. А ну-ка, стой, я не пойму, вот эта зеленая мне забирает жизни? Ух ты, сука. Чуть не привалило. Да нет, вроде не отнимает. Ты в какую сторону падаешь? Чё ты там макаешь? Получил? Пиздюлей, на! 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 Будете знать, как на Рика нападать искателя приключений на жопу себе. Оп! Сюда! Оп! Оп! Хе-хе, мудак. Хорошо. Все нормально пока. Успел. Ха, ты двуручник и удачник. Ты медленно очень махаешь. Так, тут я вижу, можно подняться, если что, ребятки. Я заметил. Чтобы я не тупил долго. Тут вроде ничего нет, значит, тогда полезли туда. Вот. Стой. Ух ты, блядь. Опять эта херня. А как ее зажечь-то? Так, ты умеешь лазить по этой херне, я знаю. Сейчас. Да подожди! Сука, не успел. Блин, а он так-то много мне хпшки сносит, падла. Там еще кто-то. Эть. Еще, давай. Мне не жалко. Мне меч бесконечный. Бесконечная ружка, это вообще хорошо. Да? Серьезно? Вы как хотите, чтобы я туда допрыгнул? Это надо. Так, хорошо, давай сохранюсь. Вот как, сейчас смотри. Прыжок, вот как его рассчитать? Как рассчитать здесь прыжок? Пепе. Пепе. А как туда? Не понял. А как туда попасть? Или там где-то надо было... Ты где? Ты чё слез-то? Ты как... Когда надо, блядь, он так не делает. Да что ты, блядь, делаешь? Рик. Или он без оружки так делает просто? Вот так. Смотри, текстура дышит. Но я отсюда не допрыгну явно. Да и нахер, короче, оно мне надо. Я только время трачу, да? Но мне надо где-то огонь найти хотя бы. Вот огонь. Хорошо. Сейчас как-то попробуем это зажечь. Вот эту вот хирень. Оп. А ты как вообще стоишь, блядь? А? Рик. Рикки Мару. Ты как стоял там? В воздухе. Ить. Хорошо. Открывай. Это у нас три только, а их... Ох, бля, а чё их так много-то надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук уже надо. Обалдеть. Сейчас я сдохну. Смотри, отвечаю. Оп. Ха-ха. Так, патрошки, смотри, к пистолетику. Достали меня. Хорошо, пробежали. Есть тут этот? Так. Подозрительная хрень? Или нет? Хорошо, нет. Привет. Здрасте. Здрасте. Ну, пошли кого-нибудь бить. Фу, нифига, вот это он промазал. Прям меня под мышкой. Такие кони. Вот видал, он прям под мышкой меня промазал такой. Как он вообще там? Я не знаю. Че? А там сверху что-то есть. Куда ты? Я вон только что туда... вот так залазил? А нет, там ничего нет. Ладно. Хорошо. На ебашечке. Я вот так как-то... Че ты? Вылези. А, то просто это. Что такое музыка? Ты чего нагнетаешь? Давай не дури. Опа! Да епа! Ты хочешь, чтобы я в каждую залазил?
Там одна реликвия всего, чё мне туда лазить так постоянно? Да. Открываешься? Не открываешься, конечно. Ладно, реликвии не будем пропускать, потому что мне, возможно, эти бомбочки понадобятся еще. Они-то мощные. Какие-то магические бомбы. Смотри, 2, 4. И тут как раз 2, еще одну бомбочку я возьму. Еще один. Плохо, что он не умеет кувырок назад делать. Вот, беда. Ой, а тут еще и патрошки к пистолету есть. Хорошо. Пригодется. Все пригодется. Сохраняй-ка. О, блин, опять эта херня. Есть там чё? Блин, их там два. Как-то подожди, надо... Сейчас. Вот так надо как-то... Вот так. Вот так. И вот, блядь, вот так. Тут меня прикрыло, да, я понял. Тогда берем реликвию, в принципе. Я не успеваю, в смысле? А я не успеваю, короче, взять патроны. Ты серьезно, падла? Ты видел, где я сидел? А ты, блядь, меня стреляешь. Ой, тихо. Рик! Дебилоид. Блин, мне на два удара осталось. И как всегда, жизни, игра не дает жизни. Вот сука. Падла, блядь. Ага, попади, блядь, еще у меня, сук. Иди сюда. Где ты там? Ты видал? Ах ты, падла, блядь. Тварина, ладно. На. Сучон, да, лучника перебьем сначала. А где второй? Три. Четыре. Три. Блять, куда ты попер? Сука, дурак, ты такой, Рик. Нифига, я стрелу отбил, что ли? Блин, она немножко, а то мне еще, знаешь, что? Она подлагивает вроде иногда, вот так, как-то рывками, сука. Хорош. Ну смотри, четко прошел, да? Кто еще тут есть? Кто еще хочет покончить со своей жизнью? Так. Загадка. Плохая загадка. Всего-навсего-то, да? В чем прикол? Я просто нажал на какую-то плиту, разбилась, короче, стена. Да ты, блядь, дебил! Я вылазию! Не трогать меня, пока я вылазию. Я же не могу тебя атаковать. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. С этими тормозами, я вижу, будем еще драться сейчас. Очень-очень. Тин-тин-тин-тин-тин. Сильно долго. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Мумии. Ага, и всем пока.